Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Перейдемо до карти бойових дій, пане Романе. Бахмутський напрямок. Важкий напрямок, хоча, якщо полічити за останній тиждень, кількість ліквідованих окупантів поменшила. Це, очевидно, вони мають менші вже потуги наступати. Що цікаво, Пригожин, ОПГ «Вагнер» сказав наступне, я процитую, це така кричуща заява. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення так званого СВО, повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми дійсно їх досягли. Власне, Пригожин, який воює, який за кожну там маленький населений пункт оголошує побєдою, тут просить в Кремля закінчити так зване СВО. В чому причина, пане Роман? Дело в том, что Пригожин сейчас находится, ОПГ Пригожина сейчас находится в очень неудобной ситуации. Вот они в основном расположены севернее Бахмута, то есть север Бахмута и вот это движение в сторону Славянска до Солидара, вот этот весь этот выступ, это там работают в основном ОПГ Пригожина. И этот выступ сейчас находится под, если правильно будет или грамотное будет управление с нашей стороны, то весь этот выступ между Бахмутом и Белогоровкой, он находится практически в готовом оперативном котле. Пригожин об этом знает. И он это, кстати, декларирует в эфир о том, что в районе Сиверска накоплено, Сиверска-Белогоровки накоплено большое количество украинских войск, которые готовы этот выступ срезать. Выйдя либо сразу напрямую на Бахмут из-под Белогоровки, либо на Попасную, отсеча эту российскую группировку от поставок. И у него большая проблема. Он не может сейчас просто взять, отойти назад, так как это практически сдаться, это отойти из Бахмута. А с другой стороны, двигаться вперед в сторону Славянска он не может, так как еще больше закапываться будет в проблему, фланговую проблему. Потому у него сейчас вопрос, как-то из этой ситуации выйти. Один из вариантов, это как раз вот тот, который он начал озвучивать. Еще используя его как пробный шар, пробный мяч для вообще остановки и полного перехода в оборонительную позицию. Вбрасывает российское общество этот месседж о вроде как окончании проведения СВО. Дальше будет, они посмотрят на реакцию российского сообщества. Mm-hmm. Если она пройдет положительно, то тогда ближе к 9 мая, а может и на само 9 мая, Путин объявит об выполнении задач СВО и остановке СВО. А дальше в переходе в полную глухую оборону вдоль всей линии фронта. Но для этого им надо занять хорошие оборонительные позиции. По некоторым местам даже и отойти, исходя из той задачи, если она будет стоять, перехода в оборону. Потому вот сейчас они пробуют, щупают именно вот такое развитие дальнейших событий. То, что им придется переходить в глухую оборону, это они прекрасно понимают. Наступательный потенциал практически исчерпан, осталось еще на несколько недель. И они просто выдохнутся, и придется им действительно переходить в оборону. А чтобы это подать не как поражение, а как уже выполненную задачу, вот они сейчас пробуют, через Пригожина в том числе. Якщо далі говорити про безпосередньо Бахмут і бої в місті, ми бачимо, що фактично дві третини міста вже під окупантами, хоча бійці кажуть, що біля річки Бахмутки є вулиця Незалежність, це от рубіж, який реально ворог тримає, а далі йдуть бої, і в них не є закріплені 100% позиції. Але, що цікаво, кажуть, пане Роман, що підтягують останні дні в Бахмут важку техніку. Від танку Т-90М «Прорив», їхня там гордість, до танку Т-55, який останні випустили в 79-му році аж. І скажіть, будь ласка, наскільки доцільно і наскільки є примітивним використовувати танки в міських боях? Ну, тяжелую технику в городских боях вообще никто никогда не использует. Это очень хорошая цель. Она развернуться не может, ей приходится занимать стационарную позицию в улице, во дворе. Это хорошая цель для выполнения боевой задачи любой артиллерии противника. ПТРК очень легко снимается. Плюс вплоть до привязки к GPS-координатам. То есть, по большому счету, все средства
в этом смысле хороши, потому переброска, она реально есть, тяжелых систем, и тяжелых, и легких бронированных. Даже те же УР-77, которые они подтягивают, это 15-тонная машина на базе гвоздики САУ. То есть тяжелые ТОСы по северу, правда, есть. Они не по всему Бахмуту, они попытались их с севера подтянуть, но и как раз из-за этого, из-за того, что неповоротливые в городских условиях машина, они быстро, их быстро наши корректировщики нащупывают и дальше уничтожают. Но вынужденная мера, так как, скорее всего, не хватает уже боеприпасов. Не хватает боеприпасов, особенно к артиллерии. Они собираются всего фронта арту, не хватает 122-х, 152-х снарядов, потому могут пытаться использовать те же танки в качестве не ударной системы, а в качестве просто САУ. То есть навесом пытаться использовать ствол танка для выполнения боевой задачи. Но еще раз повторюсь, это очень хорошая цель для наших средств поражения. Потому, я думаю, пойдет вперемешку сейчас увеличение количества погибших россиян в Бахмуте плюс увеличение уничтоженной техники. Это же самое было в районе того же Угледара и в районе недавно Авдеевки. То есть та же самая картина. Они пытались с помощью техники выполнить боевые задачи. Вот именно из-за того, что техника неповоротливая и в районе городов очень легко попадает под удар, она была там уничтожена. Тоже будет и в Бахмуте. От ви згадали, пане Роман, про Авдіївку. Скажіть, будь ласка, яка суть? Тому що наші бійці з-під Авдіївки розповідають, що Росія кидає величезну кількість живої сили, аби взяти Орлівку, замкнути коло, вийти далі по трасі і рухатися далі до Покровська. Торецьк – їхня мета. Але кидають вони живу силу, яка укомплектована орієнтовно на 35-40%. Чого таким чином вони хочуть добитися, якщо вони кидають живу силу без підтримки бронетехніки і плюс ще й наполовину неукомплектовані? Там вот как раз этот вопрос. Они понимают прекрасно, что как только выходит бронегруппа, она сразу попадает под огонь. Там пристрелен практически каждый куст. Мы уже 10-й год воюем в районе Авдеевки, рубеж обороны обозначен, он пролит бетоном, там использованы превышения, использованы все складки местности. Ну, 10 лет в одном месте, мы прекрасно знаем всю эту местность. Еще раз повторюсь, пристрелен каждый куст. Потому как только выдвигается какая-то техника, она тут же уничтожается. Они там потеряли не один десяток брони. А вот живой силой можно пытаться как-то малыми штурмовыми группами, максимум там до штурмовой роты, пытаться как-то провести наступательные действия. Тем более сейчас уже пошла зеленка, уже начинают распускаться листья, вот прикрывают там посадки есть. Вот они пытаются по посадкам как-то продвинуться, по крайней мере, на окружение Авдеевки. Но этот вариант тоже просчитан, посадки там проминированы. Опять же, все прострелены, пристрелены, потому это такая попытка в никуда. Но будут биться об Авдеевку, прекрасно понимая, что это один из основных плацдармов для дальнейшей деоккупации Донецка. Именно с Авдеевки мы двинемся в сторону Ясиноватского поста, они это прекрасно понимают, там несколько километров выход на объездную дорогу вокруг Донецка между Макеевкой и Донецком. И дальше отсечение всей донецкой группировки с движением на юг в сторону Ларина. Это движение с 2014-2015 года готово. То есть весь этот маршрут понятен он и нашим войскам, и россиянам в том числе. Потому вот Авдеевка для них это такой камень преткновения, кость в горле. Будут биться об нее, но ничего с ней не сделают.